Пока все тихо. Никаких инцидентов. Если кого подозрительного заметите, немедленно сообщите. Кто это? Послушайте, перестаньте сюда звонить! Хулиганьё! Настя, я здесь! Это вы? Настя, я открыл дверь. Беги, скорее! Вы! Прости меня, я ведь не знал. Надо уходить. Скорее! Лжец! Я убью тебя так же, как Джан Юна и Тигров! Что с тобой сделали? Помни, ты — это ты. Тебя зовут Анастасия. Я... Бежим! И внизу тоже! Слабая, значит. Хилая. Расходный материал. Так, доктор? А ты, кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет. И где ты? Вон там! Слабая, значит. Хилая. Расходный материал. Так, доктор? А ты, кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет. Вон там!
Слабая, значит. Хилая. Расходный материал. Так, доктор? А ты, кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет. Слабая, значит. Хилая. Расходный материал. Так, доктор? А ты, кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет. Не пойму. Вон он! Слабая, значит. Хилая. Расходный материал. Так, доктор? А ты, кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет.
От этого пара надо держаться подальше. Thank you.
Не скроешься, мы тебя найдем! Thank you.
отсюда не близкий. Там же вроде сейчас белые обосновались. Да слышал я. Хотя признаться за тем, что творится, не слежу. Обратно-то не собираешься? Разве что в гробу. Пусть лучше застрелят. Добровольно я туда не вернусь. Почему? Думаешь, там хуже, чем везде? Живись! Езжай да посмотри. Там живут те, кто хочет разбогатеть любой ценой. Ну или те, кому больше нигде места не нашлось. Разбогатеть вроде заманчиво звучит. Ушел, а что дальше? Ли? Времена меняются. Только что целая империя... Говорят изо всех. Да что это? Николай! Настя, осторожней! Назовись! Живо! Он не уйдет! Вон там! Он где-то там! Что происходит? Что происходит? Что происходит? Да.
Быстрее. Настя, беги! Настя! Николай! Беги к театру, жди меня там. Я приду, обещаю. Берегите себя! Черт возьми!